Внимание, внимание, говорит и показывает Рязань. Говорит и показывает картодром Атрон. Мы ведем онлайн-трансляцию на сайте kartingrf.ru об очередном этапе чемпионата России по картингу. Класс КЗ-2. Я представляю вам участников первого финального заезда. Иван Чубаров, Москва. Алексей Смородинов, Курск. Это первая линия стартовой решетки. Вслед за ними Николай Кутарев из Новочеркасска, Клим Гаврилов из Санкт-Петербурга. Следующая линия. Леонид Панфилов, город Орел. Георгий Малышев, город Москва. На седьмой позиции Семен Реснов, Москва. Петр Щекочихин, город Москва. На восьмой позиции Евгений Ермилов из Дмитрова. На девятой. На десятой позиции Александр Курочкин, город Нижний Новгород. Далее Никита Худов, город Москва, на одиннадцатой позиции. Рядом с ним Борис Гарифуллин, Набережные Челны. Вслед за ними Сергей Белозеров из Омска, Артем Арестов из Москвы на 14-й позиции. Игорь Цыганов, Москва, и его земляк Александр Григорьев на 15-16 позиции соответственно. Всеволод Бушуев, город Тула. Самвел Искаянц, город Москва. На 19-й позиции Александр Поченков, Новосибирск. 20-ю позицию занимает Александр Губенко, город Москва. И Артур Верижников из Орла по 25-м номером на 21-й позиции. 11 линий стартовой решетки, и сейчас мы готовимся к старту первого финального заезда в классе КЗ-2. Самые опытные, самые проверенные бойцы сейчас сойдутся в первой финальной схватке на третьем этапе чемпионата России 2016 года. Пока после двух этапов, состоявшихся в Усть-Лабинске и в Ростове-на-Дону, лидерство захватил Алексей Смородинов из Курска, представитель Тим Комаров. 125 баллов в копилке Алексея Смородинова. На второй позиции Иван Чубаров, город Москва, 79 зачетных баллов. На третьей позиции Николай Кутарев из Новочеркасска, 58. 55 очков у Леонида Панфилова из Орла. И в пятерке сильнейших Евгений Ермилов из Дмитрова, набравший 53 балла. Итак, внимание, последние приготовления перед стартом. Последние мгновения перед увлекательным зрелищем. Дистанции 18 кругов. Поехали, поехали, поехали. Стартовый вираж без происшествий. И, следовательно, о-хо-хо-хо-хо, друзья мои. Легкое касание, легкое столкновение, и сразу 6 позиций теряет один из участников наших соревнований. Вот вам и здравствуйте. То ли мне показалось, то ли нет. Все-таки Николай Кутарев на позиции лидера. Стартовый номер 6. Николай Кутарев на позиции лидера. Вот он сейчас крупным планом, планом на наших мониторах. Он возглавляет заезд. И целая группа соперников преследует его. Класс КЗ-2. Класс КЗ-2. Первый финальный заезд на трассе картодрома Атрон. 18 кругов. Достаточно времени. Более чем достаточно для того, чтобы решить задачи, поставленные наставниками, тренерами и руководителями команд. И вот сейчас один обгон за другим. На вторую позицию прорывается второй номер Алексей Смородинов из Курска. Алексей Смородинов сумел обойти Леонида Панфилова, орловского пилота. И вот сейчас он бросается в погоню за лидером заезда Николаем Кутаревым. Николай Кутарев на позиции лидера. Вторую занимает Алексей Смородинов. И на третьей позиции у нас Леонид Панфилов. Десятку лучших замыкает 27-й номер. 27-й номер – это Петр Щекочихин из Москвы. Петр Щекочихин с отставанием 3,88 секунды от лидера заезда. Ну а лидер у нас Николай Кутарев, представитель Новочеркасска. Стартовый номер 6. Мы провожаем лидеров на третий круг. Отставание Алексея Смородинова 0,65 секунды. Чуть больше 1 секунды уступает лидеру Леонид Панфилов. А далее, дорогие друзья, у нас никто иной, как Александр Курочкин. Опытный боец, опытный гонщик из Нижнего Новгорода. Стартовый номер 41. На третьем круге участники заезда.
И десятку сильнейших замыкает по-прежнему 27 номер Петр Щекочетин. Вслед за ним Аристов, Искаянц и Григорьев с отставанием чуть более 6 секунд от лидера. 54 номер Александр Григорьев, город Москва. 15 лучших Цыганов и Починков, а вслед за ними Бушуев и Малышев. Там отставание больше 8 секунд от лидера. Курочкин обгоняет Панфилова, и это говорит о многом. Нас ожидает красивая упорная борьба. Еще одно перемещение на одну позицию, и это никто иной, как Семен Реснов, 55 номер. Ну а лучшее время на круге, на третьем круге показал Иван Чубаров. 56,15 секунды. Иван Чубаров, стартовый номер 4, представитель московской команды Metcroft Russia. Борьба за пятую позицию. Упорная, красивая и напряженная. Дамы и господа, всего лишь 27 сотых секунды уступает Алексей Смородинов лидеру. Григорьев рванул вперед и обошел Искаянца. Да, друзья мои, Александр Григорьев пошел в атаку. И Самвел Искаянц уступил ему свою позицию. Еще один обгон. Красивый, достойный. На вираже как раз перед выходом на стартовую прямую. 29 сотых секунды отставание Смородинова от лидера заезда. 1,25 отставание Курочкина от Кударева. Да-да-да, друзья мои. Александр Курочкин уже на третьей позиции. А это у нас борьба между шестым и вторым номерами. Это как раз у нас Николай Кударев и Алексей Смородинов, лидеры заезда. Алексей Смородинов наращивает обороты. Его отставание минимальное. За пятую позицию ведут борьбу сразу четверо. И здесь возглавляет эту дуэль, как говорится, ведет за собой соперников никто иной, как Иван Чубаров, стартовый номер 4. Крупным планом на ваших мониторах 44 номер. Евгений Ермилов. Евгений Ермилов, город Дмитров. Реснов вновь идет вперед, вновь идет атаку и перемещается на одну позицию выше. Он уже седьмой. Обошел он 72-го номера Клима Гаврилова. Клим Гаврилов, представитель Санкт-Петербурга, уступил в этой схватке. Десятку сильнейших замыкает по-прежнему 27-й номер Петр Щекочетин, город Москва. А далее вслед за ним Аристов, Григорьев. 15 лучших, 16-й номер Малышев, друзья мои. 9,5 секунд. 9,68 секунды он уступает лидеру. И тем не менее, Георгий Малышев, город Москва, рвется вперед. Отставание Смородинова всего лишь навсего 0,15 секунды. Это красиво, это достойно. И вот, пожалуйста, лидеры, ведущие непримиримую схватку за победу в этом заезде. Мы провожаем лидеров на седьмой круг. Кударев, Смородинов, Курочкин, Панфилов, Чубаров, Реснов, Ермилов, Гаврилов, Кудов, Щекочетин и Аристов с отставанием почти в 7 секунд. 9,31 секунды уступает лидеру Григорьев, Александр Григорьев. И смотрите, друзья мои, какое красивое зрелище. Алексей Смородинов, город Курск. У нас новый лидер, красивый обгон, фантастически спокойный маневр. И сейчас Алексей Смородинов бросается в отрыв. И здесь, я думаю, конечно же, Николаю Кутареву придется думать прежде всего о защите своей второй позиции. Потому что сзади наседает никто иной, как Александр Курочкин. Посмотрим, что там будет дальше у нас. Ну а пока новый лидер гонки. Алексей Смородинов, представитель Team Комаров. Шестая позиция у Реснова, десятая позиция у Щекочетина. Вот, ну никак не может пока сместиться с десятой позиции, чуть выше пробиться Петр Щекочетин. И тем не менее, это заезд, который радует нас красивой борьбой и шикарными маневрами. 55-й номер, это Семен Реснов. Семен Реснов, который преследует Ивана Чубарова. Хорошая дуэль. И лидер. Лидер гонки Алексей Смородинов из Курска, возглавляющий заезд. И мы готовимся проводить лидеров на девятый круг.
Ну, до этого еще дожить надо, конечно, тем не менее. Красивая борьба. Курочкин спокойно, хладнокровно преследует Кутырева. Николай Кутырев у нас второй. Вот сейчас он на второй позиции отправляется вслед за Смородиновым с отставанием 77 сотых секунды на очередной девятый круг. Достигли экватора участники гонки. И Белозеров пошел в атаку. Сергей Белозеров сумел обойти сибиряка Александра Поченкова. И схватка Чубарова. Схватка Ивана Чубарова и Семена Реснова также продолжается. Здесь пока еще неизвестно. Григорьев и Малышев ведут борьбу за 12-ю позицию. И разница между ними всего-то навсего 12 сотых секунды. Чубаров и Семен Реснов. Кто будет лучше? Алексей Смородинов тем временем показывает лучшее время круга. Алексей Смородинов, лучшее время круга. На 10-м круге уже лидер заезда. Может даже как-то расслабиться, потому что здесь у нас красивая, шикарная борьба. Александр Курочкин, преследующий Николая Кутырева. Борьба за второе место. Отставание Курочкина всего-то навсего 27 сотых секунды. В любой момент Александр Нижегородец может пойти в атаку. Как он умеет атаковать, мы уже знаем, мы это уже видели. Но Реснов прорвался вперед. Семен Реснов пробился вперед на одну позицию. И это здорово, товарищи. Малышев также пошел в атаку на Григорьева. Александр Григорьев уступил в микродуэли Георгию Малышеву. За вторую позицию не прекращается дуэль между Курочкиным и Кутыревым. На 11-м круге лидеры гонки, лидеры заезда. Алексей Смородинов. Лучшее время на 10-м круге. 56,9 сотых секунды. 56,9 сотых секунды. Решил не откладывать в долгий ящик проблему победы в этом заезде Алексей, и поэтому сейчас отрывается от своих соперников, которые увлеклись своей дуэлью, борьбой за вторую позицию. Тем более, что Александр Курочкин практически настиг своего соперника с отставанием всего-то навсего 14 сотых. За шестую позицию начинается борьба с участием Семена Реснова. И это похвально. Десятки лучших по-прежнему Щекотикин. Ну вот никак пока не получается у Петра Щекотикина переместиться на девятую позицию. Мы провожаем лидера на 12-й круг. На 12-м круге Алексей Смородинов. Отставание Кутырева 2,23 секунды. Наращивает свое преимущество лидер заезда Алексей Смородинов. В пятерке сильнейших Смородинов, Кутырев, Курочкин, Панфилов. И Иван Чубаров, товарищи. На шестой позиции Гаврилов, Реснов на седьмой, Ермилов на восьмой, Кудов на девятой. Десятку лучших по-прежнему замыкает Петр Щекотикин. И вслед за ним Арестов, Малышев и Бушуев. На 13-й позиции 26-й номер Всеволод Бушуев, представитель Тулы. На 14-й Григорьев. На 15-й поднимается Самвел Искаянц. Вслед за ним Белозеров и Цыганов. На 18-й позиции Поченков. На 19-й Верижников. На 20-й Гарипулин. И на позиции замыкающего сейчас. Да, Губенко все-таки атаковал и обошел Гарипулина. Сместился с последней замыкающей позиции. Тем временем лидер гонки, лидер заезда Алексей Смородинов уже на 13-м круге. Ну что же, приступит к более решительным действиям Курочкин или нет? Посмотрим. А пока Смородинов, Кутырев, Курочкин, Панфилов, Ваня Чубаров пока замыкающий пятерку сильнейших. Самвел Искаянц на 15-й позиции. Похвально. Самвел Искаянц уступает лидеру чуть меньше 20 секунд, и тем не менее он занимает достойную позицию в этой схватке, в этом заезде. Николай Курочкин, вернее Александр Курочкин, приглядывается к лидеру. Ну а за шестую позицию ведут борьбу
Гаврилов и его основные соперники. Гаврилов, Реснов и Ермилов. Борьба за шестую позицию в заезде. Второй номер. Лидер заезда Алексей Смородинов. Уже на 14-м круге. Пока Александр Курочкин не приступает к решительным действиям. Пока находится на позиции наблюдателя. Но постоянно прессингует. Он дышит, буквально дышит в затылок идущему на второй позиции Николаю Кудареву. Гаврилов и Реснов. Борьба за шестую позицию. А это крупным планом на ваших мониторах 77-й номер. Сергей Белозеров. Сибиряк из Омска. Сейчас продолжает движение по трассе. А здесь у нас все-таки состоялся обгон. Дождался удобного момента Александр. И Александр Курочкин отправляется на 15-й круг на второй позиции. Я думаю, что уже поздно догонять Алексея Смородинова, но тем не менее, красивая дуэль, спокойная, выдержанная дуэль между Курочкиным и Кутаревым привела к смене позиции. И сейчас Нижегородец у нас продолжает движение на второй позиции в заезде. Гарифуллин у нас на 15-й позиции, друзья мои. Да. Борис Гарифуллин из набережных Челнов переместился на 15-ю позицию. Зато оступились Цыганов, Пережников, Потенков и Губенко. Губенко, 81-й номер, Александр Губенко, город Москва, на позиции замыкающего. Ну а пятерка лидеров выглядит так же. Смородинов, Курочкин, Кутарев, Панфилов и Чубаров. Отставание Вани Чубарова почти 7 секунд от лидера. 6,87 секунды. Крупным планом сейчас на ваших мониторах 54 и 11 номера. Борис Галифуллин идет в атаку на Александра Григорьева. Реснов и Ермилов не прекращают схватку за шестое место, тем более, что Реснов, Семен Реснов переместился на шестую позицию. Итак, на 16-м круге. На 16-м круге лидер заезда Алексей Смородинов. Совсем немного времени остается до финиша, до окончания этого, я считаю, весьма и весьма увлекательного заезда. Красивая гонка, красивая борьба. 41-й номер, это никто иной, как Александр Курочкин, который сумел преодолеть сопротивление Николая Кударева, прорваться на вторую позицию. И сейчас, я думаю, отправляясь на предпоследний 17-й круг, он свою позицию не отдаст. Лидер заезда Алексей Смородинов на предпоследнем 17-м круге. Кстати, на 15-ю позицию прорывался Белозеров, но тут же уступает ее своему сопернику. Упорная борьба и в середине пелетона, друзья мои. Поэтому, конечно же, в любой момент мы вправе ожидать красивых маневров и шикарных обгонов. Завершают предпоследний круг, и мы готовимся проводить лидера заезда Алексея Смородинова на финишный 18-й круг. Итак, друзья мои, встречайте. На скоростном прямике отправляется на финишный круг Алексей Смородинов, и вслед за ним с отставанием 4,21 секунды Александр Курочкин. Кутарев уже уступает лидеру более 5 секунд, 5,25, если быть точным. И далее Панфилов, друзья мои. Леонид Панфилов, который также еще пока не теряет надежды хоть что-то исправить в этом заезде, финишировать на призовой позиции. И начинается схватка. Панфилов отстает от Кутарева всего-то навсего на 0,15 секунды. Заключительный финишный круг первого финального заезда классик КЗ-2 на третьем этапе чемпионата Российской Федерации по картингу образца 2016 года. А мы встречаем победителя! Встречаем победителя на финишной прямой — Алексей Смородинов. И вслед за ним Александр Курочкин. Все-таки Николай Кутарев, Леонид Панфилов финишировал четвертым, Иван Чубаров замкнул пятерку сильнейших. А далее Реснов, Ермилов, Гаврилов, Кудов, Чикачикин, Малышев, Аристов
И Бушуев. Всеволод Бушуев финишировал вслед за Арестовым. Ну что, друзья мои, вот и завершилась первая серия финальных заездов второго заключительного дня соревнований на очередном этапе чемпионата и первенства Российской Федерации по картингу, которые проходят под эгидой соревнований Министерства спорта Российской Федерации, Российской Автомобильной Федерации и Комитета картинга Российской Автомобильной Федерации. Еще раз напоминаю вам, мы ведем онлайн-трансляцию на сайте kartingrf.ru. У нас сейчас на трассе будет объявлен перерыв, и после чего мы с вами вновь встретимся во второй серии финальных заездов уже в 14 часов 20 минут по московскому времени. На ваших мониторах результаты первого финального заезда в классе КЗ-2. Алексей Смородинов победитель. Чуть меньше 4 секунд уступил ему на финиш Александр Курочкин. Третьим финишировал Николай Кударев. Четвертым Леонид Панфилов. Пятерку замкнул Иван Чубаров. И далее Семен Реснов, Евгений Ермилов, Клим Гаврилов, Никита Худов. В десятке лучших Петр Щекочикин с отставанием в 13,24 секунды. На 11-й позиции добрался до финиша Георгий Малышев. Вслед за ним Артем Арестов, Всеволод Бушуев, Борис Галифуллин. 15-м финишировал Александр Григорьев. Сергей Белозеров добрался до финиша на 16-й позиции. И далее Самвел Искаянц, Игорь Цыганов, Артур Верижников и Александр Поченков, финишировавший на 20-й позиции. Ну что же, три круга уступил лидеру заезда, победителю заезда Александр Губенко, стартовый номер 81. Итак, дорогие друзья, на трассе картодрома «Атрон», что находится в Рязани, сейчас у нас объявлен часовой перерыв. В 14 часов 20 минут по московскому времени мы вновь с вами встречаемся здесь, на этой замечательной трассе, лучшей трассе 2015 года. И все как бы заново, только уже в решающих вторых финальных заездах. Искренне ваш, Сергей Питерцев, город Тольятти.